Ну что, под каким проемом моста пройдем? Как-то так аккуратненько, чтобы не повредить лодку. Угу. Ну, сейчас боком причалим. Так, будь готов. Бочиной. Руками. Опа! Оп, оп. Так, 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 резко так не надо. Ты что? Так, ну что? Здесь придется вытаскивать ее. А? Вытаскивать придется здесь ее. Здесь вылезешь, а я там с берега. Я вылезаю? Да. Сумки вылезать? Не надо? Да, не надо. Сейчас перетащим так. Я, может быть, кстати, под ней пройду. Ага. Нам что, нам дальше не надо уже, это и есть дорога. Ты уверен? Там уже дальше леса и нету больше. Да? Мне кажется, да, вот она дорога. А, ну все, значит причалили. Денис, я держи. Знаю, держи. Мне так кажется. Держи. Я, по крайней мере, не вижу там вообще. Ты с другой стороны должен. Вот с этой же приехать. Ой, я понятия не имею. Сам первый раз здесь. Ну ладно. Так. Давай лодку теперь вытаскивать. Может, мне ее протянуть? Мне, может, протянуть. Или сможешь чуть-чуть туда затащить, я вылезу. Ну, или, по крайней мере, схватить, а я отсюда вылезу, чтобы она не ушла. Но она не уйдет. Ох. Ну, как тебе кажется? Не знаю, сейчас ему позвоним. Ага.